Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянными? Как будто застряли и никуда не движетесь под гнетом тяжелых мыслей, эмоций и ощущений. В постоянной борьбе с депрессивными мыслями о том, что вы недостаточно хороши. Тревожными мыслями о том, что может пойти не так в будущем. Сожалениями, беспокойствами и болезненными эмоциями. Грустью, гневом, виной и стыдом. Вам приходилось переживать такое? Будто бы все эти тяжелые мысли и чувства — это монстры. Монстр депрессии, монстр тревоги, монстр гнева. Будто бы вы дрейфуете на корабле в океане вашей жизни. Со всеми этими монстрами под палубой. И будто бы вы заключили с ними сделку. Пока вы будете просто болтаться на волнах без цели и направления, монстры будут сидеть под палубой и делать вид, что их не существует. Вы их не увидите. Но есть одна проблемка. Вы пропускаете свою жизнь. Вы ведь хотите причалить к берегу, где вас ждут приключения и все те важные цели, которых вы хотите достичь. И вот вы беретесь за штурвал и направляетесь в сторону берега, следуя своим ценностям и важным жизненным целям. Но стоит вам начать движение, как монстры выпрыгивают на палубу. Гнев, тревога, грусть, истории о том, что вы недостаточно хороши, мысли о том, что вы не справляетесь и как безнадежна ваша жизнь. И все эти монстры окружают вас отовсюду и кричат своими страшными голосами. Что вы будете делать? Если вы направите корабль обратно в открытое море, монстры снова спустятся под палубу. Вы даже испытаете облегчение. Но тогда вы снова будете дрейфовать и пропускать жизнь. И что же теперь делать? Что вам нужно сделать, так это взяться за штурвал и продолжить движение в сторону берега. Монстры будут вопить, орать и реветь во все горло. Но при этом они не могут причинить вам вред. Это невозможно. Они не могут нанести вам физические увечья. Ваши мысли и эмоции никак не могут вам навредить. Вся их сила заключается в том, чтобы запугивать вас. И если вы поверите в то, что они говорят, в то, что они растерзают вас на части, что ваша лодка пойдет ко дну, что вашей жизни конец, что вы никчемны и безнадежны. Если вы поверите во все это, то у них будет власть над вами. Но если вы не станете слушать, то они просто потеряют силу. Поэтому просто держитесь за штурвал и ведите свой корабль в направлении ваших ценностей и целей. Позвольте всем этим мыслям и чувствам просто стоять рядом и устрашающе вопить. И тогда начнут происходить интереснейшие вещи. Вы увидите все эти мысли и чувства подсвеченными и заметите, что они совсем не такие огромные, как казалось. И уж тем более не такие страшные, как вы думали. Они по-прежнему неприятные и не превращаются в пушистых розовых зайчиков. Они все такие же мерзкие, но уже не такие устрашающие. Они теряют свою силу. А некоторые из них даже исчезают. Другие продолжают стоять над душой, а могут появиться даже новые и начать вас пугать. Рассказывать, что там на берегу вас поджидают новые монстры, что вы не справитесь и ваша лодка разобьется о скалы. Позвольте и этим монстрам просто быть. И продолжайте держать руки на штурвале, двигаясь в сторону вашего берега в направлении ваших ценностей и ваших целей. Пусть монстры просто делают свою работу. Если вы расширите свое внимание, то заметите, что вокруг есть не только эти монстры. Вы заметите свой корабль, огромное небо, бескрайнее море, рыбок, выпрыгивающих из воды, прекрасных русалок, сидящих на скалах, солнечный свет, пробивающийся сквозь облака, и вы сможете наслаждаться всем этим, пока следуете к своим ценностям и двигаетесь к важным целям. Уверенно держась за штурвал. А я знаю, что ты относишься к 80% тех людей, которые смотрят без подписки, ну и не подписывайся дальше.